Состоялся третий этап ежегодного конкурса «Супербабушка с дедушкой рядышком». На этот раз участники проекта дефилировали на сцене культурно-просветительского центра. Как справились с таким непростым заданием конкурсанты, узнала наша съемочная группа. Эти супружеские пары доказали, что им все задания по плечу. И выход на большую публику для них не тяжелое испытание, а еще один ценный опыт. Да и выступать на сцене вместе не так страшно. У нас есть внучка, трое детей, уже все взрослые. Я пенсионерка, он еще вот работающий. Ну, мы оба работаем. Я на пенсии, надо чем-то заняться. Вот решила попробовать. И позвала мужа. Он тоже согласился. Да, как говорится, соблазнила. Заряд энергии, очень хороший коллектив, хороший. Ребята, вот нам очень нравится. Главное участие, как говорится. Третий заключительный этап конкурса включил в себя несколько дефиле. Сначала участники вышли в брендированных футболках губернаторского проекта «Активное долголетие», затем в образе дачников и в праздничных нарядах. Конкурс не заканчивается, мы подводим небольшую черту, потому что дальше у нас будет еще экскурсия, мы повезем их на экскурсию, у нас будет еще мастер-класс на шоколадной фабрике. Имена победителей по традиции станут известны во время празднования Дня города. В этом году оно состоится 31 августа. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.